сегодня вас познакомлю, подробнее расскажу про свой станок. Я уже снимал про него видео, но оно в фотографиях. Я решил снять про этот станок поподробнее и рассказать подробно, что он делает и что он себе представляет. Сей станок я сделал буквально из мусора, то, что у меня было под рукой. Корпус, уголки, вот эти вот, это из старой кровати панцирной, вот, тоже ножки, подножки, вот видно, что это старая кровать. Мотор из перемотки, старый мотор, все, непонятно откуда он, но, короче говоря, он мне достался почти жандаром. Это все деревянное, впускатель, это все на 380 вольт. Теперь про сам станок. Станок состоит из двух станин деревянных, неподвижной и подвижной. Подвижная станина стопорится при помощи вот такого стопора. Сейчас я ему покажу. Вот, сейчас я уберу стопор. Вот она так едет. Сюда прикручивается вот такой уголок. Он для того, чтобы торцевать доски под углом 90 градусов. Вот сюда устанавливаю так и прикручиваю. Вот это при помощи гаек. При всем угол здесь есть. Вот я вам покажу сейчас. Прикладываю уголок. Вот такой прикладываю относительно пилы и угла. Есть угол. Сейчас я вам покажу, как оно режет. Угол есть. Этот станок не только танцует, он еще и режет продоль. Сейчас покажу. Сейчас поставлю упор, чтобы станина не ездила. Так. Стоит. Теперь ставлю горник. Горник крепится вот так вот. Крепится горник с одной стороны,
А с другой стороны, как в мясорубке, при помощи упора. Сейчас я вам покажу, как этот станок разбирается. Вал вот этот из кормоуборочного комбайна с раздатки. Вот и все. Вот состоит чего вал. А это мотор. Этот шкив из ГАЗ-53. А этот из москвича, но уже переделанный. Потому что щека отвалилась, пришлось заварить.